Похоже на тархун, так большинство саратовцев теперь называют Волгу. Вода в реке резко позеленела, жалуются отдыхающие на неприятный запах. Ученые уже назвали причины, почему так произошло. По их мнению, это связано не только с аномальной жарой. В пекло водоемы, как правило, начинают цвести активнее. Проблема и в загрязнении. В Саратове сбрасывают нечистоты в реку. С ними в воду попадает и различная химия, которая губит рыбу и способствует размножению водорослей. Увеличение содержания фосфора, которое происходит, как благодаря воздействию городской среды, в частности, поступлению через канализацию, а также смыв с полей фосфорсодержащих минеральных удобрений, усиливает во многом этот эффект, в результате чего концентрация этих микроорганизмов достигает уже не тысяч и десяток тысяч клеток на миллилитр, а доходит до миллиона. Специалисты уже взяли пробы и обнаружили, зелени в воде становится все больше. Есть и еще одна причина раннего цветения Волги. Ученые уверены, не хватает течений. Зелень как бы прибивает к побережью, поэтому и на пляжах, и у причалов ее больше. Для человека это не вредно, а вот рыбе может навредить. Из-за недостатка кислорода в воде специалисты Института океанографии не исключают их массовой гибели. Здесь одним из минусов цветения является так называемое возможное наступление заморных периодов, которые мы также наблюдаем. Есть определенные градации по количеству кислорода, содержащегося в воде, по которым можно говорить о той или иной, ну, скажем, вероятности наступления заморных явлений.